Добрейшего всем утро, время 9 утра. Мы только проснулись, что вчера до 3 часов ночи смотрела фильмы. Бог услышал наши молитвы, и сегодня немного хоть ветерочек, потому что вчера была такая жара невыносимая. Девчонки, честно, я не выношу эту жару. Мне сердцем плохо. Я прям лежу и сижу, но дома, но ничего не могу делать. От такой жары. Сегодня ветерочек немножечко, и это радует очень. Была когда в последний раз у своего мастера, а вот она мне говорит, у тебя вот здесь вот волосы растут, но они такие тонкие. А вот, говорит, ты спишь, наверное, с распущенными волосами. Я говорю, да, она говорит, надо их собирать. Сегодня собрала, и она у меня уже такого все разболтавшаяся. Буду убираться. Что-то я шмыгаю, у меня болит горло, ребятки. Заболела летом, походу. А вот, надо вот сейчас чаек попить с лимончиком, что-то мне тяжело говорить. Но мне тяжело уже несколько дней говорить. Сегодня еще и проснулась, носик шмыгает. Как-то, в общем, вот так вот. Перебираю свою корзиночку, где у меня хранятся маски. Девчонки, я уже так их активненько использовала. У меня, помните, была полная корзинка. Сегодня я последний раз нанесу вот такую вот глиняную маску от Marie Claire. Она мне очень нравится, но у меня в загашниках есть еще один тюбик, я ее сюда кладу. А вот мне очень нравится вот эта вот маска от Oriflame Swedish Spa. Сейчас на нее скидка, наверное, себе возьму обязательно. Взяла от Tiande вот такую вот золотую маску. Буду пробовать. Это очищающая маска-пленка. Пилинг оливковый. Я хотела взять два разных. Представляете, как так получилось, что у меня два оливковых. Надо будет себе заказать лимон отбеливающий. У меня вот есть еще тканевые масочки от Tiande. Вот это мне очень нравится. Я ее пробовала уже. В общем, надо пополнять свои запасики масочек, потому что смотрю, что я ими так активненько пользуюсь. Здесь у меня ночные маски. Это от Novage. Очень крутая маска. От Oriflame, от Faberlic. Она неплохая, но не такая действенная, как от Novage. Вот если будет скидочка, обязательно себе возьму от Novage. Подкладываю. В общем, видите, активненько, когда пользуешься, девчонки, рекомендую, чтобы у вас всегда была косметика, да, и по хорошей цене, или вообще в подарок, зарегистрироваться в косметическую компанию и покупать для себя. И если вы, например, будете кого-то регистрировать или где-то еще что-то продавать из продукта, то вы полностью оправдаете свое потребление. Поэтому пишите мне, я вам расскажу, как зарегистрироваться и как зарабатывать денежку на косметику хотя бы для себя. Идем мы с Кариной, с Кирюшей на трамвайную остановку и едем гулять в парк Фрунзе. Успели мы на трамвайчик, как раз подъехали к дороге, и трамвай на остановке стоит. Мы бегом, нас подождали. Кирюша стоит. Вышли на одну остановку раньше, потому что жара невозможна, и он здесь ждет встречку. И мы так посмотрели, что встречка еще далеко, поэтому пройдемся. Сестренка еще с Елимчиком тоже едут. Мои красавцы в новых кепочках у Карины, прям буковка К. Кирюша тоже в новой кепочке. Вчера потерял свою кепочку, не знаю где его кепка, поэтому сегодня пришлось идти покупать новую кепку. Я немного гундошу. У меня и нет. Ой, ветерочек. Радость-то какая. Сейчас идем на остановку. Туда должна сестренка с Елимусиком подъехать. И здесь как раз раньше был стадион, а сейчас парк развлечений. Радость детей, разорение родителей. А вон, наверное, они. Они как раз на четверке едут. Вон как раз они едут. Побежали Селемуху встречать. Сегодня они уже встречались вместе. Вон Селемуся! Селемуха! Селим! Селим! Селемуся! Чичимуся! Пошли! Да нет.
А что ты без коляски? Он не сидит, потому что когда карусель, он не будет сидеть. Селимуся? Человек. В прошлом году был такой лялечка, в этом году человечек. Сегодня Кирилл на батутах как хотел попрыгать, и мне говорит, да, я пошел. Мама, я вот туда. Не, ну пошлите, зачем тебе рыбалка? Пошлите посмотрим, что здесь есть. Ой, не хотите такую газированную водичку? С аппарата. Не знаю. Где сладкий Селимуся? Где сладкий кучеряшка? Кучеряха, привет, привет. Ой, какие кучеряшки. Главный лабиринт. 300 рублей стоит без лимит. Вот там вот у него прыгалки разные, скакалки. Тоже сюда хочешь? Нет, я хочу больше на те. Если хочешь, давай сюда. Сюда. Карина выбирает себе качели, на которой хочет она покататься. Каринка решила поехать вот на такой качельке, стоит 300 рублей. Да, проходи. Вот там. Да. Уже их пристегивают, сейчас они уже скоро поедут. Молодец, кстати, парень очень хороший. Он говорит, я так люблю детей, говорит, прям, говорит, тащусь от своей работы. Еще один человечек. Селим. Танцует. Ну все, начинается шоу. А что ты нас перевернёт, да? Нет? Все, они уже приехали. Ну, Каринка такая бодренькая. Я смотрю, веселенькая. Тебе понравилось? Селимуся тоже будет на качелях кататься, на рыбках. Карина, когда была маленькая, давай резинку, Карин. С Камилом мы тоже на этих рыбках катали. Селима, бери на ручки. Селимуся радуется. Селимуся. Селимка. Все, Карина поехала. Каринка идет.
Не страшно? Ничего себе, тебе понравилось? На. Пошли, Кирилла, попробуем, там еще деньгешка пришла. Нам сказали, можно погулять и что еще вернуться. Пошли. Кирюша, погуляем еще, может зайти? Да. 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 Боится? Не пугай. Смотри, какая обезьяна большая. Кирилл, смотри, обезьяна. Кирилл, смотри, Кирилл. Вы сказали, можно походить, если что, еще вернуться. Можно я вернуться не могу? Ну, можно, наверное, не знаю. Сейчас. Пойди, сходи с ним, мы здесь будем спросить, где он хочет еще. Кирилл, ты боишься обезьяну? Нет. Идем. Пошли на качелях, будешь кататься? Говори Анаке пока. Скажет? Там ты хочешь? Так ты же маленький. Ничего себе, у него львиный размах. И этот бесстрашный. Кириллу дали шарик, и эти тоже пошли просить. Гирея с Кириллом. А где Гирея с Кириллом? Они что, дальше ушли куда-то? На пике? Ты какой будешь? Какой ты накидал. Будем заказывать молочный коктейльчик. Офигеть. Ты ж пила только что мохито. Оно было маленькое и не напилась. Ну вот сейчас возьми молочный коктейль, где-то может там еще есть аппарат мохито. Вот ну ладно, ты не купишь? Кирюш, иди сюда, очередь отсюда. Сельмуха там гоняет ремоску. Он такой сладкий. Можешь пешка. Съели им. Сельмуся, мороженое съесть, шоколадное. Тебе сейчас шарик дадут. Смотри, какой. Такое хотел? Да. Ну, бери. Скажи спасибо. Спасибо. Не переворачивай. Так, а тебе шоколадное? Ага. Эй, не испачкайся. Спасибо. Вкусно? Да. Каринка ждет свой коктейль. Купили чупа-чупс такой в Сельмусе. Спасибо большое. Ну все, пойдем, Кирюш. Карин, ну как? Поставьте лайк. Поставьте лайк. Очень вкусно. Дай попробуем. Вкусно. А он через дорогу Сельмуся где-то. Давай ручку. Кирюш, давай ручку. Карина. Пошли, теперь переходим дорогу быстренько. Дети, конечно, очень хотят кататься, чтобы им покупали это все. Он жареное мороженое, Карин. Ты там вот ела жареное мороженое? Да? Нет. Нет? Не видела его. Ты видела его? Эльмаз, ты ела когда вот жареное мороженое? Нет. Карина, иди купи жидкое. Сельмусь, на. Хочешь? Эльмаз, он сейчас будет писать. Уже их крутить не хочет. Все, он занят чипиком. Хомячок. Давай встань же, где?
А, коктейльчик свой. Сторисы снимает тоже еще один блогер Семьина. Все, пацаны, поехали. Засунул в рот? Ты мой сладкий. Карим, пойди спроси потом, почем это мороженое жареное. Сколько? 250 рублей жареное мороженое? Ничего себе, Карина, иди сходи, спроси. Процесс сториса. Мона Лиза. В прошлый раз вот мы с Ирой здесь сидели. Хомячок! 200? Так классно гулять по вечерам. Надо тебе шарик? Ну, он пойди вот там вот впереди, видишь? Вкус Востока. Ну, маха. Зачем тебе шарик? На тебе, Селима, шарик. Не такой летающий. Иди спроси, почем хот-дог вам. Давай. Дети, конечно же, хотят кушать. Ой, Карин, забери шарик, Селима. Улетел. Идем, короче, покупать хот-дог. Может, мы тоже с сестренкой соблазнимся. Кто-то мне там писал, что если я буду кушать личную еду, то я навсегда останусь такой же толстой. А! Два хот-дог тебе купим. Ты будешь хот-дог? Мы здесь едим шаурму. Ну, что такая? Неплохая. Когда мы с тобой с Кириллом пойдем на море? Телемусечка. Телемуха! С чупиком не расстается. Даже не заказывала. Ну, вот очередь. Здесь такая очередь, тебе будет долго готовиться. Да нет, они быстро готовят. Посмотри за ним, Жарен. Ты что будешь... А мы так наелись. Смотрите, как красиво колесо светится. Карин, когда заворот, я уже объела, не хочу. Гуляем здесь с Селемухой. Селемуся! Селемуха! Ку-ку! Крошка! Человек! Забирай шарик свой! Что? Человеческий детеныш. Все, давай без этого шарика, он уже весь грязный. Пошли водичку, им надо купить, они пить хотят. Карина хочет пить, пошли. Мальчики на машинках все решили покататься. Ну, да, в следующий раз. Все, у вас на сегодня лимит, все исчерпан. Так, давайте в сторонку встанем, а то здесь мы мешаем. Они сейчас поедут. Кирюша будет катать Селемусю, братика своего. Вот тут фу, но Кирилл хорошо катает. Молодец, аккуратно так. Акваленд. Не знаю, Карина говорит, завтра вместо Бакальской косы ехать в аквапарк. А он где собирается разворачиваться? Короче, мы сбились с маршрута, по которому можно ездить. Сейчас надо вот быстренько догонять. Кирилл едет, давай. А может батарейка уже села, нет? Она на тебя ищет. Забирай его. Поехали. А можно я к вам? Ну давай, давай, сейчас, давай. Давай, иди, Карина, садись. Доедешь ты. Окей.
Я же ему все устала, так хорошо катался. Карин, ты не пристегивайся, да, так. Давай, Балам, быстрее. Езжай, Кирюш, давай, возите. Блин, ну он там так много народу. Хочу на дискотеку, хочу потанцевать или на свадьбу. Давай быстрее, Кирюш. Езжай. Нажимай. Вот туда езжай. Налево поворачивай. Кирюша повез машинку на парковку. Карин, иди за ним приведешь. Здесь они нас отключили. Ну да. Филимуша. Приехали. Пошли в магазин за водичку. Очень жарко здесь. Присела. Карен, только холодную попросите. Холодную водичку. Ты сейчас со своим стаканом не можешь расстаться? Ну иди давай, попроси холодную. Он Селимуся бежит. Камешек где-то набрал. Селим! Полы везде протираешь. Иди сюда. Иди к тезешке. Иди, мой сладкий.